Семена огурца Pragmatic F1. Pragmatic F1 подходит для выращивания в условиях открытого грунта или в теплицах. Сорт неприхотливый, хорошо переносит плохую освещенность, раннеспелый. От всходов до первых сборов урожая проходит около 45-53 дней. Плоды отличаются красивой цилиндрической формой. Средняя длина огурчиков Pragmatic F1 составляет 18-20 см, а масса варьируется от 180 до 200 грамм. Урожай характеризуется высокими вкусовыми характеристиками. Использовать его можно в том числе для приготовления различных свежих салатов. Огурец Pragmatic F1 – это однолетнее растение. Огурец прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. В качестве места выращивания огурцы прекрасно устроят телипца и открытый грунт. Огурец Pragmatic F1 имеет ранний срок созревания. Плоды огурца созревают в месяце июнь. Масса плодов приблизительно 180-200 грамм, но, конечно, зависит от условий выращивания. Форма у плода цилиндрическая. Цвет плода зеленая. Ягоды можно потреблять в свежем виде. Обратите внимание, что огурец Pragmatic F1 пчелопыляемый, женский сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.